Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Hill Climb Racing 2. Гонка, столичный кубок, 3 этапа. Ну чё, посмотрим, что это у нас за событие такое, столичный кубок. Обделался я на... А, нет, нормально. Все у нас пучком. Кто-то мне говорил: Рэй, почему ты не балансируешь во время езды? Ребят, как это не балансирую? Я все время балансирую. Если бы я этого не делал бы, я бы либо перевернулся бы, либо еще что-нибудь сделал бы. А так у нас все ништяк. Вот здесь надо аккуратненько. Сам видишь, можно переборщить и шею свернуть. А так, первое место. Первая позиция, отлично. Давай дальше. Старт хочется взять хороший. Вот как сейчас, например. Ой, не надо. Окей, тихонько, тихонько, тихонько. Тут не надо слишком сильно выпендриваться. Тут главное не разбиться. Фиг с ним, ладно, возможно, первым не приедем. Но... Но главное, не перевернулись. Трындец! Это что такое? Бубух, я первое место. Я просто приземлился на первое место. Так, ну что, поехали. Тьфу ты, я уже думал, тут прыгать надо, нормально все. Зря сбросил скорость только. Отлично. Блин, ну горючее, это зачем пролетать? Тихо, вот здесь надо сбросить скорость, потому что... Так, жмем, жмем, жмем гашетку. Там уже нас какой-то... Вот это подстава! Вдвоем приземли... Кто? Я первый, да? Отлично, отлично, ребят. Опа, третий день. Забрать. 5000 голды, спасибо большое. Так, для меня подарок. Вау. Девочка-фанат, это, я так понимаю, аксессуар. Усиленная, так, что такое монетный? Новинка, я не знаю, что такое монетный. Но подарок душевный, спасибо большое. Так, разблокируй, давай-ка мы с тобой за... Ага. Так, что же я хотел? Так, у нас команда. Команда, я не знаю, что такое. Бесплатный сундук еще открыть надо. Так, так, тяжеловоз. И форсаж. Больше ничего тут крутого нету. Нету, да? Ну, что ж поделаешь. Так, события. Соревнование закончится через 21 час. Кубки. Приключения. Так, а разве мы с собой не набирали 10 тысяч звездочек? По-моему, набирали. Что-то тут свистунка нам заправляет, по-моему. В три короба, да? Ладно, фиг с ним. У нас с тобой есть... Так, я не туда нажал. Или туда. Первый снег, 3 этапа. Да все туда вроде бы. Ну что, давай, наверное, улучшим тогда движочек нам, наверное, еще, да? Наверное. Так, здесь. Нужны ли нам эти крылышки? Силовое ускорение при идеальном приземлении после большого прыжка в воздухе. После большого прыжка. А после маленького нифига, да, получается? Получили мы с тобой металлолом 68, ну и что? Самоделка, да? Вот, я понял, ребята, вот про это вы говорили, самоделка. Что, типа, хоп, вливаешь, и оно у тебя прокачивается. Так, подожди. Бесплатно. Давай-ка бесплатно, наверное, повысим. Так, ну что, ускоритель у нас улучшился. Это хорошо. Нам бы еще заработать бы маленько денег и улучшить, наверное, турбо. А турбо вообще что делает? Усовершенствованная турбо снижает турбозадержку, улучшает максимальное и пусковое турбо
Давление. Повышает устойчивость на высоких скоростях. Да, деньги нужны. Хорошо, я так стартанул. На меня тут... Что ты на заднем колесе-то все едешь? Это, наверное, все-таки отвечает рессоры. Да? За устойчивость на высоких скоростях. Поэтому рессоры нужно прокачивать. Посмотрите, меня все назад тянет. Но, тем не менее, это не помешало нам взять первое место. Супердизель лучше всех. Стартанули. Так, летим. Благо, у нас с тобой крылья взяты, так что... Да что ты, какой-то хлыщ меня там, ребят, делает на повороте прям. У меня машина как попрыгунчик, как кенгурушка, ё-моё. Да. Выиграй 4 гонки. Завершил задание какое-то. Вызов друзьям. Какой еще вызов друзьям? Сейчас. Ну? У меня ж турбина... Ой-ой-ой. У меня ж ускоритель оторвало. Как я сиганул. Ой, тихо, тут надо... Фу, повезло. Тихо. Ну-ка нафиг, от греха подальше. Не будем тут. Нет, отлично. Краса... Да иди ты, на ровном месте, ребят. Ну, первое место все равно я получил. Что вы мне тут подсуете это все, а? Задание завершено. А где, если задание завершено, где я могу его забрать или увидеть? Скажи-ка мне, нравилось. Здесь? Ага, здесь. Ты пропустишь награду за звание в плане. Ты пропустишь награду за звание, чтобы разблокировать дальнейшее повышение сначала дебуса или все равно получить. Получи 100 времени в воздухе на спортивном автомобиле в ржавом рифе приключений. Странно как-то. Маневр 200 метров на хилл-климбер. Это что такое? Что за маневр? Сделай 3 поворота полностью. Че, у нас босяцкие, друзья? Доигрался, блин. Турбо. Сцепление, подвеска. Я не знаю, давай подвеску. Ну, с ним все равно, ребят, мне кажется. У него все равно лучше. У него сцепление круче. Ну, посмотри. Он прям летит, блин. Он не едет, а летит. Фига он там улетел. Я его даже и не вижу, блин. И как ты вот прикажешь мне вот с таким вот бороться? Вот как? Чепушило несчастный. Блин, жалко здесь нельзя, ребята, стрельнуть или чем-то там подбить его, блин, в конце концов. Ну ты посмотри, он меня достигает просто, просто на глазах. Вот прям вижу. И вот смотри, смотри, с какого перепуга на ровном месте это меня обогнал, блин. На ровном месте просто, блин. Там не было ничего такого, знаешь, чтобы он там ускорялся или что-то. Просто вот так вот. Шутя. Я не знаю, ребят, тут надо движок надо еще улучшать, или что? Просто залетает нафиг. У него, что у него за колеса там стоят? Вот объясни мне. Что за колеса у него там стоят?
У него такой же супер дизель, как у меня. Ну, какие-то колеса непонятные стоят, блин. Где вот он и взял эти колеса? Блин? Что это такое? Что это за колеса? Такие, как эти, при повороте дают там ускорение или что? Какие? Где он вообще их взял, блин? Ты посмотри, у меня перец задирает, у него нет, практически не задирает. Он там что-то начал хандрить. И я больше уверен, что сейчас он меня все равно. Ну врежься ты там где-нибудь, блин. Ну это, ребята, это один из миллиона случаев, когда я его здесь сделал. И то, как-то он там что-то захандрил и все, ребят. Но он все равно на первом месте, понимаешь? Он все равно твою налево на первом месте, а? Надо зарабатывать где-то бабки. Где-то нужно зарабатывать деньги. Что там в ржавом рифе нужно было, ты не помнишь? Что за задание? Где задание посмотреть? Так, сделать 3 переворота, это понятно. Маневр. На хил климбер. Маневр. Так. Хил климбер, маневр. Ого, лоскутный завод, ничего себе. Фига, тут роботека такой стоит. Где этот хлеб? Вообще ничего не... Я не понимаю, ребят, где... Ну, давай вот тут попробуем покататься. Твою налево, не врублюсь я. Где там этот маневр делать в климбере? Хилл Климп — это игра у нас называется. Сама по себе. Ну какие тут... Ну какие тут, блин, маневры можно сделать, когда вот так вот просто головой врезаешься. Давай не будем ехать со скоростью. Давай помедленнее поедем. Просто не будем разгоняться. Ну, я не разгоняюсь, ребята. И все... Я вообще ничего не делал, прикинь. Он просто сам сносит себе голову. Сколько там вообще звезд-то у нас? А почему я не вот эту вот не открыл? Я не могу понять. Я же могу открыть ее. Ага. Конечно, ты можешь открыть ее. Губешки закатай обратно. Достичь первого прохода скаута, чтобы разблокировать зиму. Офигеть, как тут можно вообще всю эту полоску пройти? Я ума не приложу. Застойное болото. Гонка. Ржавый риф. Давай возьмем другую машину. Какую-нибудь, я не знаю. Вот эту вот. Наш спорткар. Я надеюсь, она не подлетит и не сломает. Да куда ты голову себе? Сейчас, вот не буду, ребят, специально ехать, разгоняться. Вот просто еду. Да как тут вообще можно играть, я не понимаю. Как тут можно играть, если он просто подлетает и сносит башню себе? Тупорылый-то этот. Хорошо, давай попробуем взять автобус или что там у нас. Автобус. Чтобы как будто была у нас там... Какая, блин, деревня? Мне риф, блин, нужен. Какая деревня? Вы... Пипец, блин. Ты... Сейчас издеваешься надо мной. Так, мы бьем с тобой наш, наверное, прошлый рекорд. Или что это, я не знаю, ребят. Сейчас посмотрим. Тот-то, конечно, уже упорхал. Давай ты едь-то, господи. Куда он там? Тихо, не перевернись. Да крокодил что-то мешается. Так, деньги. Давай без пер... Теперь у нас не автобус, а спорткар. Ты просто посмотри, какая тут трасса. Это жесть какая-то. У нас половина народу улетела из машины. Просто... Не, он не потянет, да? Он не справится.
Он не вытянет. Или вытянет? Вытянул ты, глянь-ка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, аккуратненько. Еще одного клиента потеряли. Это мне уже... Знаешь, чего напоминает? Это Yarn Today напоминает, когда там наша машина разваливалась, и мы заехали на одном колесе. Да, это, конечно, просто трэш. Это просто трэш, ребята. И концовка печальная, просто разбились. Да, отлично. Так, 10 тысяч нам нужно набить. Так, у нас тут... Что это за путешествие какое-то? Не надо мне этого автобуса. Да я, наверное, попробую. А давай проверим. А, вертушка же не куплена у нас. Не, мотоцикл не хочу. Давай на супердизеле. Что у нас тут? Что, у нас тут гравитация, что ли, нету, а? Точнее, наоборот. Наоборот, что... Тихо! Ну да, притяжения нету, мы с тобой как эти летаем здесь. Тихо. Горючку только подними, пожалуйста. А то без горючки мы тут далеко не уйдем. Давай, 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 не переворачивайся. Вот если бы я, ребят, не маневрировал бы, я бы уже давным-давно бы был перевернутым. Ничего себе. Да как тут? Ну тут уж извините, тут, друзья мои, никак мне нельзя было что-то сделать. Сельская местность. А почему я там ничего не получил? Давай, бомж, догоняй. Сам себе сказал. А что там отстал? Нет, не отстает. Сзади где-то там балансирует. Ты гляди-ка, он еще... Еще и обгоняет меня. Так, тихо, 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 тихо. Так, один сундук есть. Второй будет через 400 метров. Интересно. Время в воздухе. Так, сундук я пропустил. Ой, сундук горючий, вот это плохо. Если я еще пропущу, все, меня сейчас запиликает горючка. Ну, успел. Успел я взять горючее. Так. Тихо, давай-ка я возьмем. Нормально. Специально притормозил, чтобы горючку взять. А у нас уже два сундука, да, доступных. Следующий сундук будет через 200 метров. Ну что ж, попробуем его. Главное не перевернуться, блин. Так, тут еще и деньги. Так, это наш рекорд новый, да, ребят, идем на новый рекорд. Так, вот здесь вот... Давай-ка лучше съедем. И вот здесь уже с разгончику. Вот так вот. Да ну, не надо. Аккуратнейшим образом давай. Езжай. Фух. А где горючий-то? Горючего что-то я не замечаю.
Ох, ё-моё, я же думал, что сейчас дребезги там размажемся, но, слава богу, обошлось. Тихо, я не буду здесь газовать, потому что тут сундук. Ой, блин, да почему я называю бак с горючим сундуком? Тихо, вот тут не будем газовать. Черт его знает, что там впереди. Вот такие вот приколы у них здесь, видишь? Трасса, по-моему, все хуже и хуже становится. Посмотри. Все какая-то круче и круче. Подъемы, ухабы. Горючее возьми. Отлично. Так, 30 метров, и мы с тобой получаем деньги и еще один сундук. Итого 4 сундука уже. Ну что ж, неплохо. 4 сундука, 11 тысяч монет уже у нас. Воу, воу, воу. Да ладно. Нифига мы фартовые. Мы не разбились, друзья мои. Мы не разбились. Но с горючкой беда. Тихо, вот это надо взять. Есть. Я успел рвать. Так, фулбак. Что мы с тобой вытворяем, а? Да. Любой бугончик нам позавидовал бы. С нашим везением, с нашей фортуной. Как мы тут вообще все это делаем? Не потеряли только пока крышу. 5 сундуков уже набрали, прикинь, 5 сундуков. Так, вот здесь вот аккуратнейшим, аккуратнейшим образом, потому что горючее нам нужно взять. Опа. Продолжаем наш путь. Замечательно. Ох ты, какой крутой подъемчик-то был. Крылья, крылья, крылья. Тихо. Не надо вот это вот. Лучше аккуратненько. Ёпрасоте, блин. Ну как так-то, ребят, ну как так, а? Ладно, зато это все сундуки мы сразу открыли, да, получается? Ну, это было достойно, согласись. Исследователь, скаут. Новый костюм водителя, сырная шляпа. Нормально так. Кому нужен воздух достижения? Кому нужен? Всем нужен. 10 тысяч монет. У нас же, по-моему, должно что-то новое открыться, нет? 10 тысяч звездочек. Да нет, тут 250 тысяч, тут 50, тут 600. 600. Тут сколько? Тут 40 тысяч. А, 40 тысяч, а у нас только 10. Бушующая зима. Так, ну что, 22 тысячи мы заработали. 22 тысячи. Куда их слить? На турбо, наверное. А турбо это, по-моему, ребята, то, что нам дается на самом начале. Вот это вот, это вот, вот это вот турбо. Как бы и хорошо, в то же время не знаю. Не, ну вроде едем это мы ху-ху-ху. Прилично, да? Разбираем, разгоняемся так неплохо. Ладно, давай посмотрим дальше. Сзади какой-то хлыщ меня догоняет. Он такой же супер дизель, как и я. У него кишка танка, согласись. У него кишка танка против меня тут быковать. Изи. Изи, ребята. Так, сколько там еще? Еще две гонки у нас. У
Неплохой старт. Ну а что делаешь? Вот так вот приходится, ребят. Тихо, тихо, тихо. Не сломайся шею. Бродяжка ты наш. Да ё-мо, отлично. Нормально. Да перед самым финишем. Перед самым финишем надо было вот так вот взлететь. Ну халабуда, ну халабуда, а. Где здесь не будет никаких горных подъемов. Мне кажется, чтобы тут зарабатывать, тут нужно смотреть все рекламы, ничего не пропускать, ребят. Только в этом случае у нас быстро будет прокачиваться машина. Но опять же, блин, припаривает это все вырезать потом в конце. Уже когда ролик готовишь к выпуску. Иногда можешь пропускать как-то не очень хорошо, когда реклама вылазит. Так, ну что, первое место у меня, естественно. Так. Опа, еще два получим. Так, а что у нас тут? Маневр. Маневр 200 метров. Что? Как понять маневр? Сделай три поворота. Маневр. Не знаю, ребят, что за маневр. Так, разблокируем, наверное, с тобой быстренько сейчас, да? Опа, а у нас крылья что, могут прокачаться? Ну-ка. Где мои крылышки? Крылья. Стой, подожди, ну вот же крылья, а почему? Не понял юмора. Так, ну это понятно, собирай топливо монеты с большим радиусом. Так, это все тоже понятно. Силовое ускорение со специальным бонусом на заснеженных ледяных поверхностях. Увеличение. Так, увеличенное сцепление 15. Слушай, может быть попробовать вместо крыльев вот так вот. Сколько идет общее сцепление сейчас? 28. Давай просто проверим. Так, тут главное. Ага. Тихо. Я знаю эти приколюхи. Так, теперь мы с тобой летать не можем. А, наверное, зря, да? Так, тихонечко. Тихонько, говорю. Так, здесь не разгоняемся нафиг. Потихонечку. То я знаю эти... подъемы, перевороты головой в этот под потолок, и все, и хана там будет. Итак, занимаем с тобой первое место. Отлично. Ну, как бы сцепление, да, идет получше. Идет получше, но... в принципе, полет бы тоже неплохо было бы. Ой-ой-ой-ой, тихо. Аккуратненько. Оп. Лучше плавненько, да, проехать, чем газовать. Лучше занять второе место, чем вообще отдуплиться. Угу, еще один. Каньон. Проехали. И первое место. То есть это вторая медаль, да, у нас получается. То есть сундук мы уже с тобой суперски получаем. Ух. Так, тихо. Ух. Ё-моё, ребята, ну тут я уже не смог сманеврировать, поэтому. Но тем не менее, все равно первое место. А сундучок я открываю. Так, денежка. Новые колеса, ну это на новую тачку. Так, редкая. Ускоритель фляг. И колесный. Ну вот, смотри, ну вот же крылья же, вот. Давай-ка глянем видео. Ага, значит, мы еще получаем 3750 денег в плюсе.
Это очень даже радует. А что это такое процентовки? Ага, это значит, я понял. 450 рублей тратишь, ты получаешь вот такие вот машинки, да? Ну, короче, понятно. Это все не для нас. Попытка на время. Кубок Хилл-Климп. Может быть, вот здесь нам нужно было гонка без места. Первая передача. А ну-ка, дай-ка я прокачусь-ка здесь. Так я вон там катался? Или это не я? Нет, это какие-то бомжи. Все бомжи, да недотёпа у нас, да? Кроме нас самих. А гонка на время, да? Ой, тихо. Блин, вот они эти домики показывают в такой момент. Давай, 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 давай. Отлично, первая позиция. И что? А, две гонки, понял. Они на каких-то драндулетах тут выпендриваются. Так что я думаю, что у нас тут вообще без проблем все будет. Вот мне бы хотелось, чтобы машина не так слишком вот передок у нее заносила на скорости. Вообще вот не люблю, вот просто ненавижу этого. Изи. И что получается? Ну, первое место. А в чем прикол-то? Столичный кубок. А вот это, например, чтобы открыть, что нужно? Наберите платина 1, чтобы разблокировать нагорный кубок. Платина 1. А, так это... Блин. Это в рейтинговых у нас получается, да? Просто мы потом с собой трассы эти гоняем, да и все. Понял. Я ненавижу воду. Три этапа. С какого перепуга ты ненавидишь воду? Я не знаю. 100 тысяч за 100 гемов. Взяли. Где моя машина? Не то нажал, хотя ладно. Подожди, а что не хватает? Почему не могу прокачать-то? Я 100 тысяч куда потратил-то? У меня должно быть 100 тысяч денег. Я заплатил? Или я что-то не то сделал? А, 10 тысяч они... Ой, дурень, ребята. Ой, дурень, 100 тысяч и 10 тысяч уже не отличил. Я офигею. Так, а что вот это такое? Как вот здесь вот вступить? Лидеры вашей команды должны сначала вступить в матч. А как мне проехать? Ваша команда должна быть... Ломай круши. Русин, девушки, на каком мы месте вообще находимся? 6 тысяч там... Фиг знает, какое место. Ну, что я могу сделать? Ну, давай купим, что есть. Подвеску, да, наверное, или что? Или турбо? Скорость разгона. А, максимальный разгон. Вот, что мы с тобой сделаем. 310. Максимальный разгон. Опять под водой. Что там зарыло свиное? Майзер Во какой-то меня сделал. Нет! Начало начали, ё-моё. Давай еще разок разбейся. Фига там парнишка, конечно, шпарит. Будь здоров. Ну, и чего? Врезался?
Ведь проехал, да? Умудрился как-то выровняться и проехал еще. Второй. Будешь знать, с кем соревноваться. Ну этого вообще, ребят, не знаю, как обогнать. Да посмотри. Просто там заоблачные скорости какие-то. Автобус, да иди ты. Еще ты меня тут обгони. Блин, третьим что ли приеду? Ну, скорее всего, да. Третья позиция. Этого вообще не обогнать. Я не знаю, ребята, что у него там за тачка. Блин, мне 17 тысяч, я бы еще бы... Давай где-нибудь еще с тобой немножко посоревнуемся. Где у нас там деньги-то зарабатываются? Небесная скала. Путешествие. Старт. Подожди, это точно то, что мне нужно? Почему-то именно здесь за билет. Ну ладно. Поехали. Проехали как можно дальше. А, так мы же были здесь. Ну, мы были на Марсе вначале, да? Теперь у нас тут... Да были мы тут, ё-моё. Помню я вот это все. Ну тут ни сундуков, ничего... А, нет, что-то будет. Что-то будет, но через сколько там метров-то? Через 500? Так, нам 17 тысяч нужно с тобой накопить, чтобы сделать еще одно улучшение. И... Трындец какой-то. В тот раз, по-моему, здесь где-то я и навернулся также. Да? Да. Где у нас с тобой маленький рекорд, который можно еще побить? Блин, не хочу. Не хочу я в рифах ваших плавать. Вот здесь, наверное. Давай попробуем. А вот что получится, хорошо. Не понял, с какого перепуга. А, это все я. На разных видах драндулеток. Так, здесь еще тачка взорвалась одна. Подбилась у нас. А где мы-то? Где наш рекорд? Или мы на этой машине в первый раз тут, на этой трассе? Да, наверное, так и есть. Хорошо. Так, деньжата. Тихо ты. 110 монеточек. Так, сейчас 16 тысяч будет скоро уже, почти. Почти. Твою налево. Меня не устраивает такой рекорд. Пойдем дальше давить. Тут всего лишь-то надо ехать аккуратно. И все, ребят. И больше никаких проблем не должно быть. Блин, он меня сбивает с этого. Я отвлекаюсь. Так, это же я еду, я. Так, где-то вот здесь, по-моему, да? Навернулся я в тот раз, в прошлый. Или дальше, блин. Так, побили. Новый рекорд. Значит, мы с тобой едем дальше. Тихо, 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 не надо буянить. О, тут, кстати, как раз у нас лед. Колеса предназначены именно для сцепления на заснеженной поверхности. Так что вообще круто. Так, вот тут надо быть аккуратным. О,
Прекрасно. Так, еще деньги. Блин, что-то как-то маловато. Едешь вроде нормально, а денег получаешь мало. Ну давай, 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 давай. Ох, ёк-макарёк. Ну что, 17-ка уже в кармане у нас уже. Да? Да, 17 тысяч уже есть. Все, ребят, мы сможем с вами прокачать ускоряшку. Тихо! Твою налево. Не надо! Хотел съехать тихонечко назад. Съехал. Угу. Так, ну что, пойдем закупим тогда. 17 тысяч. Вот так вот. Ну что, поехали. Я не знаю, может быть, крылья все-таки взять. Так-то машина рвет, я манал. Смотри, просто зверь какой-то стал уже. А не супер-пупер дизель. Просто посмотри. Тихо. И залетаем. Отлично. Сколько мы еще даже с тобой? Ага, еще две гонки. Еще две гоночки. То, что вот с места рвет, как сумасшедший, это точно, ребят, я вам говорю. Но вот то, что передок, опять же, все равно вперед запрокидывает, вот бесит. Да вы гляди, вот перевернешься. Хоть маневрируй, хоть не маневрируй. Опасность просто офигенная. Ого. Отлично. Я же думал, сейчас тут кирдык нам будет. Но все отлично, ребят. Прошли. И последняя гонка. Ого. Фига вы тут придумали, блин, трассу мне тоже. Попроще-то ничего нету. Так, тихо. Да, я тут вообще врагам, по-моему, шансов не даю на какую-то победу, пускай даже и не мечтает о ней. Все равно Басецкий меня сделает. Фух. Тыч. А как раз сейчас, по-моему, и будет тот самый Басяцкий. Да? Крылья, блин, крылья, не знаю. Ну, поехали, фиг с ним. Фух. Ну ты посмотри, ну как он... Давай, 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 родной! Есть! Ух! Так, первая гоночка. Отлично, ребят, получилось. Так, давай-ка на бусте. На бусте с тобой главное не сфейлиться. Ай, по-моему, сфейлился. Именно на ускорении, ребята. Ну давай, 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 родной мой. Мы прям нога в ногу идем. Ай-яй-яй, вот он бустанул быстрее меня, ребят, и все, и он меня обогнал. А там чутка буквально не хватило. Видишь, что значит буст?
Оу, сейчас было плохо. Так, тихо. Давай, родной мой. Крылышки бы сейчас как пригодились бы хорошо, а? Не-не-не-не-не-не-не, есть. Так, ребят, пока идет 2-1 в мою пользу. Фух. Блин, у меня же плечи заболели. Так, тихо. Вы крутасы, блин. Слабо старт я сделал. Ну вот, видно прям, друзья мои. Ну он носом пиликал, блин, он должен потерять был скорость, фиг он. Ребята, он носом пробороздил, он должен был потерять скорость, но нифига он не потерял. Тихо. Тихо, ребят, улички. Может быть. Да пошел ты вон. Друзья мои, я прошел босса. Фух, по-моему, да? Ведь прошел же. Да. Трындец. Просто трындец, друзья. Танк? Разблокировать новый автомобиль-танк? Вау. Так, задание завершено. Что там у нас завершено задание? Покажите, пожалуйста. Сделайте 3 поворота. Сделал, ё-моё. Сколько же, интересно, этот танк стоит? Хотелось бы мне посмотреть. 70 тысяч монет. Да, друзья мои, 70 тысяч монет. Я просто сижу и думаю, а зачем мне, например, открывать танк, если здесь будет снегоход? Давай посмотрим, что за трасса у нас тут. У меня колесики как раз для этой трассы. Сцепление должно быть офигенное. Давай, подгазовывай, братюня, подгазовывай. Шик и блеск. Так. Аккуратнейшим образом. Изи. Первое место, ребята. Сколько гонок? Ага, еще 2. Я готов. Я готов принять судьбу. Юху! Вот крылья бы тут, конечно, были бы очень кстати. Ну и колеса эти тоже, кстати, нормально. Сцепление идет отлично, не пробуксовка, ничего нет. Тихо. Поэтому мы с тобой тут нормально так подгазовываем. Нормуль. Так, еще первое место. И последний заездик. А на снегоходе вообще, наверное, зимой кайфово гонять. Как вот баги для песка, как вы писали мне, наверное, снегоход. Упс. Нет. Хотел выровнять, ребят, но уже было поздно. Ну тут понятно, тут все. Тут уже мне не встать и ничего не сделать. А как? Понятно. Ждать, пока у тебя не кончится горючее. Но, по идее, все равно я должен быть на первом месте, так как у меня 2 гонки подряд были выигрышными. Согласись. Ну давай, горючка, кончайся уже. Да, я знаю, что у меня low full, так что проигрываю. Так, и того, первая позиция. Не доехал, да, чуть-чуть? Чуть карика не доехал, ну ничего страшного. Ну что, друзья мои, пожалуй, на этой ноте мы с вами закончим сегодняшнюю серию. Обязательно увидимся в следующей и продолжим. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.